бьют часы 12 раз, Новый год к нам мчится, Дед Мороз поздравит нас, будем веселиться. Новый год бывает чудо, наш шар 12 бьет, и неведомо откуда к нам приходит Новый год. У нас уже сложилась добрая традиция. На протяжении многих лет мы проводили профсоюзные елки. Наш профсоюз работников жизнеобеспечения в этом году 650 детей. 650 подарков мы подготовили. Новогодние, естественно, всевозможные детские подарочки от Деда Мороза, которые мы наполнили мешочки. Все, как всегда, нужно сделать праздник и родителям, и детям. И мы хотим, чтобы работники нашей отрасли улыбнулись, чтобы появилось хорошее настроение, потому что редко кто говорит работникам нашей отрасли спасибо. Мы хотим, чтобы почаще мы говорили им спасибо, все наши люди, потому что в отрасли трудятся очень ответственные люди, и работа там очень сложная и трудоемкая. Ножками потопали, ручками похлопали, а теперь прыжки на месте, вместе, 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 вместе. Очень прекрасно, тут все хорошо. Начиная от петушков и заканчивая зайчиками. Это просто идеально, потому что иногда не знаешь, куда сходить с семьей, с мужем, с ребенком. А тут как раз выбрались, и все очень понравилось. Подарком очень довольны, большой, много конфет, сладостей. Атмосфера очень хорошая, все прекрасно. Ты чувствуешь, что теперь новогодний праздник. Профсоюз у нас хороший, как бы очень рады, что дали путевочки. Мы уже второй раз на профсоюзной елке. Нам очень понравилось. Сегодня все было просто чудесно, сказочно, ярко. Понравилось, девчонки? Да! Мне спектакль понравился. Это чудесная возможность. Мы можем вместе собраться, куда-то выбраться. Чудесный праздник, чудесное настроение перед Новым годом.